Byłam taka wściekła. Samo w autobusie w Kairze. Wyszka w Kairze zasuwa. Muzeum Kairskie na zewnątrz. Kryśka w Kairze. Hej, hej. Tylko można nagrywać, ale na zewnątrz jakieś te mumie. Co? No nie, no bo co, patrz, tu jakaś a la mumia. Ci są dobrze, zobaczą, policjant siedzi w takim domku tu. Te auta tylko czeszczą. Knajpa w chińskiej dzielnicy. No, El Kairos. A Krysia w Kairze. Idź za nimi, nie patrzcie, idziemy do autobusu, idź za nimi. Wieża bumper. Tak. Proszę, bo przy każdym momencie. Trochę Nilu nagrać. Друзья, смотрите, направо видно вот эти Кайровские башни, которые построились во время Гамала Абдельнасер. И вот это здесь река Нил, самая длинная река в мире. Не говорите, что это весь река, потому что башня там находится на острове. Это значит, здесь вода есть, и с той стороны тоже еще вода есть. В расширении передачи то есть вежа Кайровская и река Нила. Люди, которые платили на рейс по Нилу, еще дамы. Люди, которые уже заплатили на прогулку по Нилу, пойдемте, пожалуйста. Сейчас мы делаем прогулку, и люди, которые не заказали, ждут здесь, пока мы делаем прогулку. Вот такая.
Niezły młyn. Dobra jazda po moście. Kryśka w autobusie. Jako barka typu barakuda, jakie tutaj te promenady gryzie. A ty garaży nie ma. Na te lwy to ustoją. Zestaw motorów. Klimatyzacja wszędzie mnie. I te ichnie auta takie różne i klekoty i różne bajeranctwo. Też to kawiarnie są gdzieś na tym, te statki. Nie. Nil i znowu takie kółko. Kamarama. Najlepsze są te anteny satelitarne na tych domach. I ten, ale ruch niezły tu jest. Nawet krowę wiozą na. Te trąbienie to jakby normalne, Krysia. Piękne te domy, anten satelitarnych. O, budka pana Zdenka. Jakiś hotel Hilton. Temu coś siadło chyba, o tu jakiś stary Fiat czy Dacia. Auta pogniecione. No jak zwykle trąbienie. Co drugie auto to przygniecione, Krysia. Lano z typu Chevrolet, te auta to wszystko pognieciono. Następny. Jakieś konsula czy egipski, albo coś takiego. To ci rzeka Nil.
Ale sznur tych samochodów kryzową bakterialną. Jakie ciekawe auto. O. Tak zwane trąbienie. Ile? Друзья, в этом здесь и чисто вода, поэтому здесь можно купаться. Но мы говорим нельзя, потому что нельзя. Женщина смотрит на мужчину, если он хочет купаться. Нельзя мужчина смотрит на женщину, если она хочет купаться. Тогда мы говорим нельзя. Смотрите налево, видно гостиница, которая называется Four Seasons Hotels. По-русски 4 сезона. Вот эта гостиница. Си по-польску. Игент по-арабски называющий ее мистер. Лежит на полносном восходной Африке, полвесовсина и лежит южно в Азии. До верхнего края выносит 1 миллион 200 тысяч километров квадратовых, есть близко 4 раза венчанный Польска. Але жеканильный, дольше жека на Швеции, 6671 километров квадратовых, начинав езжать в Викторию, в Эфиопию, но можно... Друзья, красиво наш город Киев, но вы живете в Хургаде. Там в Хургаде вы не видели много женщин, египтянка. Почему? Потому что египтянка не любит жить там в Хургаде, что там есть интересно, супермаркет, магазин, море, пустыня. Египтянка любит жить на берегу Нила, где очень красивые зеленые природы. На нижнем Египте, на верхнем Египте, конечно, на нижнем Египте, поэтому. Если я говорю, в Египте живет старогубника, Кова, краю есть президента, выбирается Чешлад. Через референдум народ можно предложить канадцу президента. Наш президент Барак Влада Двоич Ошерлад тот и Бора, але парламент это лечит чисто девочек двух послов. Выбирается 4 лата, 10 послов из них мяноварах через президента. Але найважніша партія протечі, то називаючи народова партія демократична. Друзі, християни з мусульманами, вони живуть в місті, в спокійності, в Аллаху Раббому, не будуть проблеми. Населення Єгипті 700 мільйонів, із них около 15% християни. Єврі у нас десь нету, у настоящих єгиптянів нету, ну всі живуть в спокійності. Через 2 минути я вам покажу. Остров, на котором виновита христианская церковь рядом с мусульманской мечетью. Прошепенство египтянином был 15% христиан православно и 85% мусульмане, а лишь жили в толеранс с Божьим. Видно остров, на котором виновита христианская церковь рядом с мусульманской мечетью. И сейчас мы говорим каирам «до свидания». Сейчас мы поедем дальше в город, который называется Низа. Прошу пальцев выкладываться, Тарас Мавена каирам до Ведзиния. Привашка едет только на место, але 4. За нами Тарас каир, Тарас поезжаем до Биза. И сейчас значит, что честь знания пирамида. На плотне стонде место называющую Хилван, на Тунац место называющую Калибия, 65 километров квадратовых. Я глядачи стонде, завачачи право. Веспа, на той веспа я глядач кощо и мечета. Але каир есть место контраста, але найважніше питання, для чого має дуже дому, але не для чого тут в каїже на дуже дому, але не має даху. На мене на шукатку не вочу, що дому будує перше принтера, то будує для шиди, а друга принтера для сына церкви и решта для потомков. Теж мы вынуждены кедр. Дорогие друзья, образование у нас здесь начинается в возраст 6 лет и около